Здравствуйте, сегодня у меня пришли лампочки вот такого плана диодные, желтого цвета, 5-ваттные. Я заказал 20 штук. И упакованы они были очень хорошо. В два пакета, полиэтилен. Так обмотаны были нормально. Вот. Но, скажу вам, качество отвратительное. Не знаю, будем смотреть еще. Просто вот они, вот такие вот были. Вот это... ерунда. Вот. Как бы будем смотреть. Пришли 20 штук. Не знаю, сейчас будем проверять их работоспособности. Так, сразу проверим одну лампочку. Галогенки эти не нагреваются, капец. Ну, вроде бы работает, ух ты. Еще и свет неплохой. Очень неплохой. Я вам скажу. Ну, очень хороший, мне нравится. Но их нужно будет делать. Доделывать. Попробуем сразу доделать, но попозже. Сначала проверим на работоспособность. Так, раз, лампочка. Тоже такая же, не знаю, процентов 70 таких лампочек. Как их можно было так упаковывать? Их, наверное, бросали, когда упаковывали, складывали товар. О, одна не работает. Что у нас здесь? Здесь у нас патрон. Обалденно, не знаю, можно будет его сделать или нет. Вот такого вот вида он. Нет, он туда прогнут просто. Вот, это нормальная лампочка. Вот здесь вот такой вот патрон. Так, одна минус. Это мои лампочки, что ли?